Здравия желаю, уважаемые подписчики и пользователи. Значит, вопрос. Какой светильник выбрать для вечной лампочки, для вечного освещения? Вот, значит, вот такой вот. Вот он. Слабоватый. Светит, но слабо. Выбор я остановил вот на таком. Этот на 3,2 ватта, а этот на 4 ватта, 4-ваттник. И посмотрите, сейчас посмотрите разницу. И вешаем его, значит, повыше, как видите. Для правильного освещения нужно повыше вешать. Вот. И включаем. Включаем здесь. Так. Вот видите, как это, как видите, свет, разница есть. Хотя по ваттам там 1 ватт всего. Но когда много вот этих вот, то есть освещение, видите, отличное. А от этого только вот угол освещает. То есть выбирайте вот такую марку. 4 ватта, 40 LED лампочек светодиодных, 40 штук. И вот она тоже, видите, как не сматывает, так же, как и это. Вот, так же стоит. Вот она включена сюда, в этот счетчик, вот он включен. Замерим также амперы. Также амперы, как видите, на нуле. Ноль. Вот. А здесь, как и вчера показывал, возле этого. Но для этого нету, здесь не трансформаторный. То есть амперы ноль. Счетчик тоже стоит. И освещение яркое. То есть для вечного освещения подойдет вот такой светильник на 40 светодиодных лампочек. Ток он не берет. Подобрано, значит, к нему. Так. Выпрямитель от Nokia подбираем. Значит, мощность 5,7 вольта. Так. 0,8 ампера. Ни больше, ни меньше. Подберете больше или меньше, будет сматывать. Тут все зависит, как подобрали. То есть это, видите, вполне хорошо и светло. То есть вот это подходит. И не сматывает, самое главное. И не сматывает, и все видно. Большое вам спасибо за внимание. Поздравляю с наступающим Новым годом, желаю всем удачи и исполнения всех ваших желаний.